Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Невероятные гравюры 16 века». Значит, мои подписчики, как всегда, отличились. Спасибо им большое. Спасибо, что помогаете мне находить интересную информацию. Давайте я вам кое-что покажу, что мне выслали по моей наводке на библиотеку Конгресса. Люди, значит, заинтересовались, начали копаться. Ну и, естественно, нашли вот такие вот интересные гравюры, ребята. Гравюр, значит, очень большое множество. Обратите внимание, вот около 800 штук. Так, сейчас точно скажу, сколько. 887. Загрузить следующие 100 страниц из 887. Видите, да, сколько здесь гравюр? Давайте мы с вами маленько я вам покажу, что мне тут очень интересно. Заинтересовали меня некоторые из них. А дальше вы уже сами зайдете. Ссылочку я вам оставлю и будете сами смотреть. Вот, значит, геометрия в виде женщины нарисована. Следующая астрология. Опять-таки женщина. И рассказывает, что-то там втирает. Показывает на звезды. Следующая гравюра. Обратите, ребята, внимание. На флаг, значит, вот здесь какая-то то ли собака, то ли что-то тут нарисовано. Видите, да? Но самое интересное, обратите внимание, повозка запряжена единорогами. Ребята, видите, да? Какие интересные гравюры. Обратите внимание на архитектуру, значит. Так, что тут написано? Триумф целомудрия на любовь. Поехали дальше. Следующее. Триумф любви. Будете смотреть, ребята, обращайте внимание на одежду, обращайте внимание на архитектуру, ну и обращайте внимание на людей, как они изображены. Видите, да, какой у них греческий профиль? Что тут? Триумф славы над целомудрием, торжество смерти над временем. Видите, да, что тут нарисовано? Косит косой смерть. Здесь, значит, очень много. Вот, значит, пошли на библейскую тему. Обратите внимание, почему я вам говорю, обращайте внимание на все, на любые мелочи, на любые детали. То есть художник, когда хотел нарисовать, он однозначно сюда вкладывал какой-то смысл. Так. Торжество вечности над смертью. Обратите внимание, вот эта вечность. И с крестом. Видите, да? Под ногами у него лев, орел, бык. Вот здесь. Чудо хлебов и рыб. Идет, значит, речь о Иисусе Христе, я так понимаю. Обратите внимание, ребята, на ихнюю одежду. И обратите внимание, ребята, на шапки. Как эти шапки похожи на наши русские шапки. То есть, возникает вопрос, кого он здесь рисовал и в какое время он все это дело рисовал. Видите, да? То есть, если бы вот так вот я не знал, что это библейские, я бы сказал, нарисованные русские мужики какие-то, Россию там описывают. Так, поехали дальше. Христос омыл ноги ученикам. Так. Далее. Ангела весть о воскресении. На три Марии. Что-то тут. Перевод хреновенький, конечно, у них здесь. Ну ладно, и так можно разобраться. Так, дальше. Неверие Томаса. Смотрим. Огромное количество гравюр.
Смотрите, смотрите на здоровье, есть невероятные. Соломон поклоняется идолу. То есть, ребята, обратите внимание, что вот эти вот люди, они что-то как-то на евреев-то не шибко и похожи. Видите, да? Так, здесь поклонение волхвов. Здесь, значит, нарисовано, вот она Мария, вот он Иисус Христос, вот он, вот они волхвы. Обратите внимание, ребята, что эти самые волхвы одеты в шубах. Видите, да? То есть задается вопрос, а откуда эти самые волхвы прибыли? Вот они, вот здесь даже, по-моему, что ли, ну, я могу ошибаться, может, даже и крест у него тут вот висит. Вот они, эти самые волхвы с востока, звезда. Но обратите внимание, на заднем плане разрушенное какое-то здание и заросшее травой. Вот видите, да, по стенам трава растет. То есть, художник, когда рисовал, он влаживал какой-то смысл в свои гравюры. Что-то он хотел нам описать и показать. Поехали дальше. Иосиф, жена Потифара. И жена Потифара. Так. Смотрим, да? Опять. Смотрите, обратите внимание на шапку. Лот и его дочери. Видите, да? То есть, библейская история описывала не так, как нам говорят евреи, что это еврейская книга, там все это об евреях и евреями написано. Я что-то в этом деле, ребята, шибко сомневаюсь. Я вам покажу в следующем своем ролике, значит, мне подписчик, девушка прислала интересные фотографии, которые она засняла в Иерусалиме, значит, город Скифополь. И я вам покажу огромное количество свастик, огромное количество славянских надписей. Так, ладно, давайте будем вот это сначала, а потом уже разберемся со Скифополем. Так, Соломон, обожаю кумира. Видим, да? Маг Вергилий висит в корзине. Шапки, опять же шапки, ребята, обратите. Иосиф, будучи введен, хорошо, что-то тут непонятный перевод. Шапка, смотрите, скифские шапки. Видите, да? А каких таких евреев нам там? Все переписано, все почистили, переписали на свой лад, понимаете? Да, вот она, жидовская ересь-то. Так, гордость. О, видите, да, гордость как изображена в виде ангела. Обратите внимание, крылья. Так, скупость. Вот так вот. Ленивец. Зависть. Опять везде с крыльями. Все эти ангелы, скупость, зависть. То есть, понимаете, откуда они все взяты, как там история, чего, ничего нам не известно, все поперепутали. Обращайте внимание, ребята, на надписи. Сейчас вот вам тут дойдем до интересной гравюры. Диалектика. Риторика. Арифметика. То есть это показывают науки. Науки показывают в виде женщин. Музыка. Так. Ювелирные украшения, интересно. Тоже можете разобраться, посмотреть. Может, кто-нибудь чего-нибудь обнаружит. Так, ангел утешал Агарь. Смотрим. Обратите внимание, это все, значит, если происходит дело-то в Израиле, обратите внимание, сосны, обратите внимание, какие замки стоят, смотрите. На все обращайте внимание. Пейзаж с вербой. Так, смотрим.
Пейзаж с видом на фермерское. Деревянные избы стоят. Ну, избы не избы, но как минимум. Посмотрите внимание, как сделана крыша. Точно как на наших сделано. Видите, да, вот эти вот штучки-то. Здесь вот вдалеке, смотрите, церква с куполами нарисованы. Вот он. Город на берегу реки. Опять смотрим. Видите, да? Церковь с крестом. Так. Регулус. Декоративных филе с сатиром. Опять же, на шапке. Так, давайте вернемся. Шапки, шапки, ребята. Интересно все. Вот тут мучают кого-то. В бочку засунули с шипами. И из горы его сейчас киданут. Решение Соломона. Соломон в шубе. Ребята, сидит, смотрите. Очень интересные гравюры, очень много интересных гравюр. Смотрите, присылайте самые интересные, присылайте, значит, свои мысли, свои версии. Так, Фетида и Херон, смотрим. Вот он вам, сатир сидит. Так, здесь какое-то чудо-юдо у них под ногами побитый. Дальше, Анимона увлекся Сиагот. Сиагот — это морской бог, я так понял. Видите, да? Морской бог с какой-то девушкой. Опять сзади церква. Видите, да? Триумф Вакха. Аллегория на музыку. Боевые сцены. Какие боевые сцены? Кто с кем? Ну, я так полагаю, с турками. Вот, видите, да? Шапки. Это значит, я так понимаю, они... Это крестовые походы, что ли? Короче, много-много. А так, святой Иуда. Смотрите, значит, святой Иуда стоит с дубинами. И люди вокруг него. О, смотрите, собрались народу. Вопрос, значит, не помню я, как он там был. Он причислен Иуда к святым или как, не знаю. Но вот, значит, есть вот такая вот гравюра. На стены терк. Короче, ребята, смотрите на здоровье. Ссылку оставляю. Подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов. Так, опять смотрим на шапки, на одежду, на все смотрим. Сзади церква, обратите внимание. Голгофа это была. Борьба с немецким львом. Геракл убивает Какус. Так, что тут? А этот что тут делает? Ребята, что это он тут делает, вот этот вот мужик? Так, ну ладно, спасибо за внимание, до свидания.